Привет, друзья! Ну что, сегодня продолжим с вами разговаривать про багажники, и на обзоре у нас будет багажник Turtle Air 2, созданный для установки на интегрированные рейлинги. Для начала давайте поймем, что же такое интегрированные рейлинги и что такое вообще рейлинги. Рейлинги – это то, что стоит вдоль крыши автомобиля, что стоит поперек крыши, называется поперечинами, либо поперечным багажником. Соответственно, если у автомобиля имеются рейлинги, то для перевозки какого-либо груза на них нужны поперечины. Вот сейчас вы можете посмотреть, вот здесь интегрированный рейлинг, здесь рейлинг классический. Определить, какой рейлинг стоит на вашем автомобиле, очень просто. Если вы можете просунуть руку между рейлингом и крышей, это классический рейлинг. Если рейлинг идет слитый с крышей, значит он у вас интегрированный. Вот сегодня мы как раз с вами и рассмотрим Turtle Air 2, созданный для установки на интегрированные рейлинги. Итак, коробка. Коробка, в принципе, ничем не отличается от первого Air, как и сам багажник. Отличие здесь лишь в опорах. Давайте откроем и посмотрим. В коробке мы видим знакомые уже нам по первой части дуги. Точно такие же дуги ставятся на первый Air, на второй и на третий. И главное отличие у нас идет именно в опорах. Данные опоры сделаны выше, чем у первого Air. И зацеп у них происходит сбоку. На передней части опоры имеется специальный загиб для зацепа на выступе рейлинга. В комплекте здесь у нас также идет фирменный ключ с пластиковой ручкой и фирменный брелок. Крышка опоры здесь другая, она больше, но выполняет все те же функции. Закрывает доступ к болту, крепящему опору на рейлингах. В данном случае крепежный болт располагается на лицевой части опоры. Также имеется эксцентрик. Прижимная лапка у нас сделана из пластика, но нужно отметить, что пластик здесь очень-очень толстый, имеет дополнительные ребра жесткости, находящиеся внутри. За счет этого мощность данного багажника ничуть не меньше, чем у первой версии для классических рейлингов. На прижимной лапке, как и на самой внешней части опоры, имеются резиновые уплотнители. Резинки прижимных лапок имеют специальный профиль для надежной фиксации в опоре. Это сделано для того, чтобы в момент монтажа ничего не упало и не потерялось. Технология монтажа максимально простая. Нам необходимо замерить расстояние между рейлингами автомобиля. Хочется обратить внимание, что в передней и задней части данное расстояние в 99% отличается. То есть спереди дуга будет длиннее. Резать я рекомендую со стороны противоположной данной маркировки. Так будет эстетичнее. И маленький секрет. После того, как вы отрежете, данное отверстие дублировать вовсе не обязательно. Оно никоим образом не повлияет на надежность багажника и на его установку. Да, оно сделано специально для того, чтобы дуга у нас защелкивалась в опоре. Но поверьте мне, она никуда не выпадет, потому что заходит в дугу максимально плотно. Благодаря этой маркировке ориентировать багажник относительно движения автомобиля будет максимально просто. Хочется отметить, что подрезать дугу я советую со стороны противоположной данной маркировки. Устанавливаем опору на рейлинг и, вращая крепежный винт, фиксируем ее. Все, данная опора у нас зафиксирована. Вот сейчас можно обратить внимание, что специальный выступ на опоре как раз таки у нас цепляется за внешнее ребро рейлинга. Прижимная лапка же прижимается просто к нему сбоку. Итак, давайте рассмотрим плюсы данного багажника. Первый плюс – это дуги. Дуга у нас крыловидной формы. Дуги идут с предпрогибом, то есть установленный на крышу багажник выглядит немножко вот так. Сделано это для того, что когда мы нагрузим багажник, дуга у нас будет стремиться распрямляться, а не прогибаться. Это придает багажнику дополнительной прочности. Так как профиль крыловидный, опоры сделаны с прицелом на аэродинамику, обладают скругленной аэродинамической формой, данный багажник практически не шумит. Опять же повторюсь, бесшумность не следует понимать как абсолютную величину. Любой аксессуар, установленный на автомобиль, добавляет какой-то шумности, потому что нарушает аэродинамику, продуманную производителем. Также необходимо понимать, чем ближе дуга у нас стоит над головой, тем сильнее мы ее слышим. Чем дальше дуга отнесена назад,
тем слышим мы ее меньше. Отсюда же вытекает и основной плюс установки багажников именно на рейлинге. Когда автомобиль оснащен рейлингами, мы имеем возможность регулировать расстояние между дугами. Соответственно, когда нам нужно повести что-то длинное, к примеру, пластиковую трубу, мы можем расставить дуги максимально широко друг от друга. Соответственно, свисать у нас ничто не будет. В случае же, если машина просто оборудована штатными местами, подразумевающими установку багажника в них, либо установку багажника с прижимом под двери, здесь мы, к сожалению, не имеем никакой возможности регулировки, и дуги у нас всегда остаются на одном месте. Как правило, производитель автомобиля и багажника в данном случае подразумевает расстояние между двумя поперечинами в пределах 70-90 сантиметров, что, в принципе, достаточно для установки велокреплений, автобоксов и так далее. Но именно в случае с перевозкой каких-либо длинномеров данное решение не очень удобно. Также хочу отметить оптимальную высоту установки данного багажника. Вполне достаточно для комфортного закрепления грузов и различных приспособлений для перевозки. Если составлять рейтинг бесшумных багажников, то в моем понимании данный багажник будет занимать верхние строчки. А в данной ценовой категории конкурентов ему и вовсе нет. Ну а в завершении данного видео хочется поблагодарить вас за просмотр. Надеюсь, оно было информативным и полезным. Помните, что данный багажник, а также многие-многие другие, вы можете приобрести в интернет-магазине ultrabox.ru. Пишите в комментариях, на какой бы багажник вы бы хотели увидеть следующий обзор. И мы его для вас обязательно сделаем. А на этом хочу с вами попрощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.